Итак, ребята, отель Амарсина Вилладж. В общем, чем он интересен? Тем, что его архитектура настолько отличается от отелей других типичных отелей. В общем, к чему это? К тому, что Амарсина построен в стиле в арабском, именно в египетском стиле. Получается, он настолько разнообразен, что, скажем так, в отеле есть чем удивить. Собственно, это сам отель, где очень много полов, очень мало окон, в них практически не проникает свет. Получается, на окнах своего рода мозаика. Свет проникает, но вид у света такой, цвета мозаики. Сиська. Отель небольшой, но в любом случае больше многих других отелей. Получается, он настолько разнообразен. Был когда-то, ну, в общем, я не знаю, кому дойдет, кому в голову придет такое, чтобы построить. Что это вообще? Вот что это такое, что это? Мне непонятно. Да, здесь голуби, их, наверное, кормят, но, в общем, сейчас никого. Из голубей здесь нет. Хотя поилка или там кормилка есть. Блин, не знаю, ну, сделано, конечно, очень классно, обалденно. Все в куполах. Это с учетом того, что у нас в Египте кризис. Посмотрите на эту лестницу, она вся в мозаике. Это потрясающе. Декор вообще потрясающий, ребята. Я не знаю, тут такое ощущение, что вот либо, ну, под наркотиками, да, люди занимались декорациями этого сайта. Ой, сайта, сори, не сайта, а отеля. Либо, на самом деле, такие продуманные чуваки. В общем, вот такой вот потрясающий стол, можно здесь встретить. Такие вазы крупные, большие, комоды, потрясающие просто. Эть, открыть не могу, видимо, закрыта на ключ. Место для отдыха, стол. Ребята, я не знаю, что сказать. В общем, такого мы нигде не встречали. Может быть, где-то и есть, но я такого точно не видел. Ладно, пусто. Зона отдыха. Опять же, это уже первый этаж, первый уровень. Дальше бассейн. И сам отель. Очень неплохо. Идем дальше. Вот понятия не имею, что это такое. Но, видимо, в Древнем Египте это именно какой-то смысл. Эта хрень здесь осталась. Что это? Просеивали что-то. Не знаю. Но очень необычно. Так, машинка стоит. Наверное, Зингер. По крайней мере, у нас так было. Но не работает. Заклинило. Кувшины, весы, супер. Работает. Роза ветров. Это ладно, туалеты, но тоже, да, оформлено обалденно. И, видимо, грамоты. Отель достоин своих, ну, не 3 звезды, даже больше, потому что там ресторан довольно неплох.
Мы сейчас спускаемся в ресторан. И опять же, декор просто потрясает. Ну, где вы так могли бы отдохнуть, чтобы можно было с комфортом для глаза, да, ощутить роскошь. Так, что у нас здесь? А, ничего. На самом деле похож на ресторан, а не на обычную столовку. Бассейн вы уже видели, ну, для детей и для взрослых. Там видно, получается, амфитеатр для анимации. Это, видимо, организовывается питание на воздухе, на улице. Вот так вот в бедуинском стиле можно посидеть, поесть шашлык, бики-бабики, выпить алкоголя. Кстати, бар. Неплохо. Необычно. Скажем так, необычно.